Всем привет, друзья! Меня зовут Кот. Продолжаем проходить кампанию «Поддержка медведя» в игре «Арма 3». Спустя 2 недели. Кстати, кампания довольно-таки длинная. По-моему, точно такая же, какую Богемия сделали, когда «Арму 3» выпустили. Может, я, конечно, ошибаюсь. В нашем случае сейчас главное на мину не наехать. Надеюсь, их здесь не будет. Что-то пошло не так. Понятно. В городе противник, надо его выбить оттуда. Ну, пойдем посмотрим, сколько их там. Не особо большой райончик, но надо быть аккуратнее, они могут в домах сидеть, перемещаться там, по огородам всяким бегать. Вон там уже кто-то подорвался. Вот эти ребята умные, они не спешат. Там уже перестрелка началась. Это вообще можно было разделиться на две группы. КамАЗа же 2 ехало. Одни заходят с этой стороны, а другие с противоположной, например. Где-то далековато он как-то. Ну, с таким прицелом он не для таких расстояний. Очень условно можно попасть. Коллиматор больше подходит для штурма зданий, для ближнего боя. Ты у них танк там, что ли? И граната взорвалась. Надеюсь, граната. Наши уже кого-то встретили. Ладно, обойдем с этой стороны. Противник может быть где угодно. Чего? Какие 200 метров? Вроде чисто. Тут тоже никого. А, вот. Но он уже все. Этот сваливает. Ну, пусть бежит, мы его потом догоним. Тут он в любом случае уже никуда не денется. Вот так стрелять-то надо, боец. Не прицеливается лучше уже. Свалил, гад. Ну ладно, туда уже свои прошли. Никого. Блин, кто-то по мне стреляет. 50 метров. Прием. Только вот откуда? Где-то тут может быть. Сейчас со второго этажа глянем.
Готов. А, вот вы где. Блин, вот не надо так делать. Это хреново. Мне бы налево попасть как раз. Вот так вот примерно. И где вы тут? Где-то совсем рядом, наверху походу. Ага, готов. Да ёпты. Ладно, сейчас отхилимся. Вот он. Или нет? Кто-то тут. Вот ты где. Получай. А нет, это наш был. А туда еще один пришел. Но он тоже все. Еще один готов. Так, кажется, гранаты кидают. Где-то еще один остался. Все. Забраться наверх, посмотреть. Где-то остался, наверное. О, вышел. Все, или еще? Кто-нибудь выйдет? Нет, похоже... А не, вот он. Так. Наверху никого. Там дальше где-то кто-то. Кто-то есть. Ладно. А нет, это наш. Там тоже вроде никого. Может и чисто, но где-то еще кто-то остался. Вот. Надо подлечиться. Медицинский грузовик. Здесь полностью можно вылечиться от ранений. Что там, походу, снайпер какой-то, что ли? Надо с ними разобраться. Добить их нахер. И все, задание будет выполнено. Все. Да, все. Сектор защищен. Район под нашим контролем. Перегруппироваться. Да, конечно. Не вопрос. Позиция оказалась намного активнее, чем предполагали власти. По данным местной разведки, они получили военную помощь из-за рубежа. С каждым днем борьба с ними становится труднее. Власти делают все, чтобы их силы.
Наше правительство не может полностью вмешаться в этот конфликт и направить сюда регулярные войска нашей армии. На данный момент здесь работают только наши спецподразделения, а небо под полным контролем наших ГС. Я ответил на все ваши вопросы. Мы можем продолжить выполнение поставленных задач. Отлично. А теперь возвращаемся к машинам и отправляемся на охрану с следующего объекта. Значит, будет еще один объект. Вот это вроде наша машина. Ага, точно. Едем дальше. Тут можно так вылезти. Идея, конечно, такая себе, но, в принципе, учитывая кабину КамАЗа, вообще без разницы. Надеюсь, до объекта нормально доедем. Или опять что-то произойдет. Не, ну пока вроде ничего. Может, и доедем. Нет, не доедем. Что-то пошло не так. Надо приготовиться. Сейчас что-то будет. Ожидаю указания. Жду. Жду. Ожидаю указания. Противник. Солдат. Ожидаю. Где противник? Готов. Противник. Солдат. Ожидаю. Да это гребаный миномет. Ёпта. Блин, это хреново. Уничтожить миномет. Где же его найти еще? Ладно, миномет минометом, а где-то тут солдаты ходят. Надо отхилиться. А, вот они. Блин, очень люблю хреново стрелять на такие расстояния. Это еще и домик этот картонный. Там в дом зашел, что ли, не пойму. Ох ты, ёпты. А, все, лечиться нечем. Не надо терять аккуратней. Какая-то какую-то хреновую позицию заняли. Но там где-то кто-то есть, но я не вижу никого. Нахер гранату туда. Надеюсь, я его убил. Да, вроде готовы. Вон он точно. Угу, лежит. А вот и миномет. Ладно, сейчас дойдем до него. М4. Ну-ка, чувак, есть у тебя? Да. То, что и гранату заодно тоже возьму. Ну, может пригодится. Ладно, отхилимся сразу. Да сейчас разберемся мы с этим минометом. Где-то он в этом районе, судя по карте.
хоть укрытие нормальное. Так, я почти на месте. Но тут по открытой местности бежать надо. Враг ликвидирован! Чисто. Ладно, пробегу. Надеюсь, меня не грохнут. Контакт! Замечен противник. Миномет. Юго-запад. 200 метров. Прием. Вот он. Все. Все. А как же добить остатки? А, тут уже все добито. Ну, тем лучше. Это помер, это тоже. Я так и думал, что эта командировка быстро не закончится. Кому-то эта война на руку. Они только и подкидывают дровишек в огонь. Кто-то снабжает оппозицию оружием. Пока эти источники не закрыть, война не закончится. Ты правильно мыслишь, но для этого нужно время. Местная разведка работает в полную силу. Скоро времени все будет известно. Будем надеяться. Ну, здесь вроде все. И на этом пока что все. Всем спасибо за просмотр. Поставь лайк, если понравилось. И не забудь подписаться на канал. Всем пока.